Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 1444. События дня. Евангелие от Матфея 22:29. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией». За 26 ноября 2019 года. И обращение о помощи. Чтобы можно было считать курсором, ткните, остановите и прочитайте. Я не считаю, могу пораньше протянуть. Вот так. Вот, о перелитии крови. Самира Тагиева. Мир вам, отец Игнатий. Отец большой буквы. Рады вас видеть и слышать. Долгие, радостью наполненные лета вам, дай Бог. Крепкого и чистого здоровья вам, дай Бог. Много духовных сил вам, дай Бог. С любовью и уважением, Самира из города Баку. Бог с вами. Ну вот, коротко. Прошел день за вчера, тоже на следующий день, за 26-е. Да. Все, сижу дома, выхожу редко. Ну, а вижу, что уже после обеда скоро сумерки начинаются, я выхожу, и тут у меня вниз идет улица, где рядом тут краевой суд, где меня судили, я прохожу мимо, заворачиваю по улице Льва Толстого, зайду на территорию, где меня судили. Там краевой суд, было здание одного золотопромышленника. Вот, я его нигде не могу найти. То есть я не знаю, где найти, больше узнать. В интернете не нашел, может, кто-то по-другому знает-то. Называется Аларовский Е.Н. Аларовский. Евгений, может, Николаевич, золотопромышленник, и двухэтажное здание красное. И там сделали музей истории, литературы, культуры Алтая. Теперь, а было краевой суд, а теперь краевой суд, бывший крайком партии, отдали им. Никто и не знает теперь, что там крайком партии был. Вот так. Я обхожу по территории, его пройду каждый раз вокруг, на Комсомольский выхожу, вот, ну и проспект до дома, маленько размяться. Смотрю, где тут строят, все начинают. Горизонтальное бурение остановили, пока я их не вижу. Попросились на ночь, ко мне краном затащили колёса, это труба свернутая. Ну и уже проходит уже неделя, вторая, и все, и даже не напоминают. А попросились, вот так вот и попросили. Я говорю, у меня тут люди же приходят, мешают мне. Ну, мешают, все только мешает, им не мешает. И притом это не со зла делается. И, так, секундочку, обождите, вот так. Я сразу кричу, стой, еще стой. Ну, уже прошло 3 секунды, а вы все там, теперь еще больше. Поэтому скажи, дайте, сколько мне это, 1,5-2 минуты, чтобы я рассчитывал.
Везде мы сами не осознавая этого, путаем под ногами языком все. Вот вставать рано. Сегодня тоже в первом часу встал. Ночи. В первом часу. Думаю, лягу, хоть отдохну потом, когда здесь разберусь с почтой. А некогда. А тут печку надо затоплять. Пока приготовил все. Только чуть-чуть прилег. Проснулся. Дотянулся до часов. А уже идет четвертый час. А в 4:40 общий подъем. А что интересно, у меня ролики стоят. Вот одни и те же какие-то слова пишет. Я блокирую, а он опять, то есть открывается. Ну, там, я не знаю, ну, больше сотни один человек уже этих сделал для себя в Ютубе каналов. И получает деньги. И деньги хорошо платят. И он одно и то же, ну, стандартную пакость пишет. Ему это не надо, ничего. Он лишь бы деньги были. Хоть за мать родную продай, хоть что. Он ни за что не зацепится. Дайте мне навластвоваться в сласть, как Акуджава писал. Ну, вот так у меня на этом как бы все. Слава Богу.